Следующая задача. Известно, что человек закончил путешествие в F. Какова вероятность, что его путь проходил через C? Известно, что человек закончил путешествие в F. Я не пишу подробно, я говорю. Какова вероятность, что его путь проходил через C? Посмотрите еще раз на график. Известно, что путешествие закончилось тут. Какова вероятность, что путь проходил через C? Ну, можно посчитать, но очевидно, что ответ 0. Если путешествие человека из A закончилось в F, физически невозможно, чтобы его путь проходил через C. Поэтому правильный ответ 0.